Сегодня по благословению владыки митрополита Агафангела, митрополита Одесского Измаильского, Одесская епархия передает вам в дар для нужд ковидного отделения 500 защитных костюмов, 10 тысяч масок и один 10-литровый концентратор. Одесская епархия уже на протяжении нескольких лет трудится под девизом «Добро объединяет». Перед этой болезнью, к сожалению, нет, все равны, скажем так, нет тех, кто застрахован бы от нее. И православные, и верующие, и неверующие люди различных партийных взглядов и все перед этой болезнью равны. И мы должны в этот тяжелый момент все объединиться, вместе приложить максимум усилий для того, чтобы наконец-то победить этот страшный недуг. Мы надеемся, что наша посильная такая небольшая лепта в этом деле послужит для кого-то для спасения, а вам облегчит труд, который вы сегодня добросовестно и самоотверженно несете. Спасибо вам за него огромное. Вы понимаете наши проблемы. И это спасибо не только от меня, но и от сотрудников, особенно сотрудников коронавирусного отделения, и от сотрудников всей больницы, потому что то, что вы нам сегодня подарили, оно необходимо для всех. Особенно средства защиты. Концентратор. Концентратор, да. Спасибо.